Хотел поехать дальше. В Курчатовском районе таксист вытащил из машины нетрезвого коллегу. Все произошло на пересечении улиц Захаренко и Солнечной. Там водитель за рулем легковушки едва не столкнулся с другим автомобилем. Он остановился и вышел, чтобы осмотреть свою машину. Однако с трудом удержался на ногах. Это заметил таксист, который проезжал мимо. Я остановился и наблюдал такую картину, что тот, который вышел, он вообще в алкогольном опьянении. Я вышел из автомобиля, он уже в этот момент садился. Вот подбегаю и спрашиваю: здравствуйте, говорю, все хорошо? Да, говорит, а что, говорю, пьяный-то ездить? Нет, я, говорит, не пьяный, говорит. И он хотел поехать дальше. Я его вытащил из автомобиля и объяснил, что сейчас приедет ГИБДД, там будут разбираться с ним. Мужчина вызвал на место полицию. До их приезда он удерживал пьяного водителя, который хотел вырваться и уехать. Позже их противостояние заметили сотрудники охраны, которые проезжали по улице. Они помогли удержать нетрезвого автомобилиста, надели на него наручники. Позже приехали правоохранители и арестовали мужчину. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Как сообщили в госавтоинспекции, его лишили водительских прав.